Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница 7-го сезона реалити-шоу «Танцы со звездами США» и «Семейство Кардашьян». Модель Ким Кардашьян продолжает делиться в соцсети снимками в бикини, демонстрируя свои аппетитные прелести. Сейчас фигуристая звезда отдыхает и, конечно, она не упустила случая похвастаться своей знаменитой пятой точкой. Кардашьян опубликовала в Инстаграме снимок с пляжа. На фото она позирует вместе с сыном. Одетая в черное бикини, Ким демонстрирует на камеру пышные ягодицы. На бедрах модели нет даже намека на целлюлит, кожа гладкая и ровная. Поклонники пришли в полный восторг от прелестей Ким и забросали ее комплиментами. Не так давно модель посетовала в соцсетях, что за последний год она поправилась на целых 8 килограммов. Поклонники недоумевают, и где же они? Видимо, все набранные килограммы отложились у Кардашьян в правильных местах, в бюсте и на ее знаменитой попе. Тем не менее, Ким твердо намерена похудеть, и теперь вместо одной тренировки в день устраивает две. В последнее время гораздо чаще, чем в купальниках, Ким фотографируется в утягивающем белье. Она выпустила коллекцию нижнего белья для коррекции фигуры и не устает рекламировать его на собственном теле. Кажется, предприимчивая Кардашьян способна заработать на чем угодно. Модель уже сколотила состояние на производстве духов и косметики.